Этот угроз моей семье к радушному приему. Дэмиан знает, чем меня зацепить. Ладно, рискнем. Поток разделен. Значит, и щитков там два.
это еще что? Кандидат. Нарисовался-таки. Но тебе б только за тенью побегать. Как делишки? Дэмиан Брэнкс. Он что тут забыл? Прости, что заставил побегать. Вижу, хватку ты не потерял. Есть дело. Так что не мешкай. Сигналка сработала. Вали. Это в планы не входило. Но что уж теперь поделать? Выбирайся. И милости просим. Зачем он угрожал Нике? Наши пути разошлись. После Мерло. Похоже, для вас, Громилы, есть новое задание. Ноги в руки и вперед!
блин, в нем сыро, как в каком-нибудь сарае. Стоит температура. Разве не умница? Я плачу. Дэмиан. Соскучился? Твой хрен звонил Ники. Что нужно, Дэмиан? Не груби, Эйден. Господи, да расслабься ты уже. Где мой старый кореш? Помнишь? Я за компом, а ты занимаешься мужской работой. Я хочу помочь. Ищем-то мы одно. Ответы. Кто на нас напал? А ты, говорят, зашел в тупик. Так и думал. Итак, у меня есть добрые вести. Мерло! Опять ты? Мерло, это твой косяк. Херня. Ты еще легко отделался. Слушал бы меня, никто бы и не узнал. И не погиб бы? Моей племяннице Лене было всего 6 лет. Нет, вы поглядите. Обвинил меня в семейных проблемах. Дэмиан разозлил плохих парней. А как же я? А что ты? Я тоже пострадал. Я стал калекой. У меня все отобрали. Дошло. Нужно держаться вместе. Обойдусь без тебя. Был другой хакер. Был второй хакер. И я знаю, как его найти. Может и так, Дэмиан. Но ты не справишься. Без меня. А вот я без тебя. Запросто. Да постой ты! Это же зацепка! Ну-ну. Я уважал Дэмиана. Он научил меня всем выкрутасам с кодом. А я в ответ научил его работать с людьми. Человеческий фактор не менее важен. Мы были командой. После аварии я забыл о нем. Вычеркнул из своей жизни. А он опять нашел мое слабое место. Он что-то знает о Мерло.